Алексей Николаевич. Родился 1 августа 1923 года в селе Яропольце. В 1931 году переехал в поселок Часов-Яр. В 1941 году Мироненко был призван на службу в рабоче-крестьянскую Красную армию. В 1943 году он окончил Ворошиловградскую авиационную школу пилотов. В январе 1944 года на фронтах Великой Отечественной войны. К февралю 1945 года в гвардии старший лейтенант Алексей Мироненко командовал звеном 118-го гвардейского штурмового авиаполка. К тому времени он совершил 93 боевых вылета на штурмовку скоплений боевой техники и живой силы противника, нанеся ему большие потери, лично сбил 2 вражеских самолета. 18 августа 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командовал на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявление при этом мужества и героизм. Алексей Мироненко был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». После окончания войны Мироненко продолжил службу в Советской армии. В 1956 году он окончил летно-тактические курсы усовершенствования офицерского состава. Погиб в авиакатастрофе 25 августа 1959 года. Похоронен в городе Чертков Тернопольской области. Был также награжден 2 орденами Красного Знамени. Орденом Отечественной войны 1-й степени. 2 орденами Красной Звезды и рядом медалей.